3 марта 2015 год. Именно сегодня здесь, в Донецке, по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 108, открывается очередная социальная установка. Вархатнова Викторовна, я депутат Народного совета, общественное движение «Свободный Донбасс». Сегодня у нас радостное такое событие. Мы открываем социальную столовую для самых незащищенных слоев населения города Донецка, в частности, Варшиловский район. Какое количество людей? Ежедневно мы планируем кормить от 150 до 200 человек в день. Могли бы мы кормить и больше, но есть у нас трудности в том, что нам нужно предоставлять отчетность. Отчетность заключается в том, что люди перед тем, как должны прийти покушать, они должны записаться, предоставить свои документы. Вот в таком. Ну, я думаю, мы как-то немножко эту процедуру упростим и будем кормить максимально большое количество. Летом мы в Старгороде кормили в день до 1000 человек. Поэтому будем стремиться. Огромное спасибо, хочу сказать, всем жителям Донецкой Народной Республики за оказанную помощь также в сборе продуктов питания. Огромное спасибо Центру управления восстановления Донбасса и Министерству образования. Как бы на сегодня большая сплоченная команда, которая действительно будет помогать в кормлении этих людей. Скажите, пожалуйста, хватает ли тех продуктов, которые предоставляет СУВ для полноценного питания? К сожалению, на сегодня этого мало. Ассортимент очень маленький. Для качественного питания не хватает таких же продуктов, как сливочное масло. Нет у нас хлеба, нам предоставили муку. Но для муки нужны хотя бы трущи, для того, чтобы... Ну, я думаю, со временем все это у нас как-то выстроится. С Божьей помощью, с людьми мы все это будем и печь хлеб, и пирожки печь, и людей мы всех накормим. Планируем еще открыть 2 столовые в Варшиловском районе. Я думаю, что мы вплотную поработаем с министром образования. Кстати, он сегодня присутствует. Спасибо большое. Я думаю, вы сможете с ним пообщаться. Спасибо. И вам большое спасибо.